живое аквариумное растение, мох Крисмас или рождественский. Растение меристемное, выращенное в лаборатории, без улиток, без болячек, без водорослей, без всякой заразы, присутствующей обычным растением. Растение меристемное в герметичной баночке, которую вскрывать только лишь перед посадкой. И в питательном геле, который обязательно надо смыть перед высадкой в аквариум. Спереди на банке рекомендации по посадке. Сзади краткое описание и необходимые условия. Ну, так как это мох, он растет только лишь на камнях, на корягах. То есть на декорации, на любые, возможно, крепить. В частности, приклеивать, привязывать и по-всякому, в общем, закреплять.